дорогие зрители, сегодня с вами опять Алексия ТВ. Так, хочу вам сказать, что у нас хорошее тоже случилось. В следующей серии была другая машина. И сегодня я показываю эту вам машину. А это Volkswagen T-Roc. Вот такие вот колеса, такой вот, я вам покажу, какой багажник. Смотрите, там кнопки. Где кнопка? Узнаете? Смотрите. Видите? И багажник открывается, а там вторая кнопка, которая закрывает багажник. И только я нечаянно сегодня упала, потому что здесь, смотрите, как скользко. Лед замерз. И сегодня у нас здесь скользко. Везде лед, смотрите. Вот лед. Смотрите. Настоящий лед. Видите? И здесь везде, даже где воды. Нет, дорогие зрители. Ой, то есть сегодня вот что. Сейчас я еще и покажу, что там внутри. Смотрите. Сколько здесь так, что не могу даже открыть дверь. Вот, смотрите, вот здесь такое белое кожаное кресло, еще здесь красные такие полоски. Вы даже не знаете, какая она вместительная, хотя она самая маленькая джипка. И здесь у нас вот что. Очень хорошо и удобно. Ой, удобно. Кто не пристегнут? Привет, дорогие. Я опять запуталась. Я умею, если у меня плохой день, все время запутываюсь. Так вот. Итак, наш вывод. Сегодня вообще-то хорошая погода. Но еще вообще-то, вот что я хотела сказать. То, что это хорошая машина для небольшой семьи. И еще ее зовут T-Rex. То есть Volkswagen. Volkswagen T-Roc. 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 Если меня запутываешь так. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока.